Прекрасная новость для поклонников Эркана Мерича. Актер возвращается на экраны в новом дневном сериале, причем мы уже знаем имя его партнерши. Что нам известно о проекте прямо сейчас? Владелец телеканала ТВ8 Аджун Илинджалы не оставляет попыток привлечь турецкую аудиторию к просмотру сериалов. Пока телеканал пользуется популярностью благодаря своим реалити-шоу. Однако сериалы – слишком лакомый кусочек телевизионного пирога, чтобы предприимчивый миллионер и дальше его игнорировал. Впрочем, в отличие от руководства других телеканалов, Аджун не желает тратить деньги на многобюджетные проекты, которые могут провалиться в эфире. В новом телевизионном сезоне он решил сам продюсировать недорогие сериалы прайм-тайм. Одним из таких проектов станет сериал «Ловушка», «Тузак» с Акыном Акыназю и Талатом Булутом. Второе направление – это создание дневных сериалов, которые дешевы в производстве и позволяют заполнить телевизионный эфир. Так был закуплен для показа сериал «Лилифер», который продюсируют Неслихан Атагюль и Кадир Доулу. Еще один многообещающий проект дневного эфира – сериал «Судьба» Язгы, главную роль в котором сыграет Эркан Мерич. После неудач в прайм-тайм актер, сделавший себе имя в сериале «Ты назови» Адыни Сэнгуй, решил вернуться в дневные сериалы. Партнерша Эркана уже найдена. Это молодая актриса Ямур Астюрк, автор сценария Яшар Аксу, режиссер Хакан Шахин. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете узнавать самые последние новости в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.